Пиздец, блядь. То есть, понимаете, в чем прикол? Что вот эти проценты, мы с вами видим их, потому что у нас есть дектрекер. В теории, в этой игре не должно быть дектрекера, потому что в игре в самой его нету. И мы не знаем эти проценты. То есть, я по факту сейчас был сильный, но меня заскамили. Вопрос, какого хуя? Я сделал триплет шестерку, там нету, блядь, зверя. Здесь, блядь, делаю карту, 66% на победу выкидываю. Чё за хуйня, блядь? Это что за беспредел такой вообще?